Блин, но тут нету той, походу. Castle Wars. Ну, может, вот на Inferno попробовать зайти? А, у них запаролено, в смысле? Для себя вот, создали. Вот жуки, бля. Ты по правой пытаешься перелезть? Да, да. Надо тут там, да, кто-то сломало. Ёпать. Ты видишь его? Вижу. Горбун. Квазимода, бля. Справа до стены один. Или? Я внутрь пошел. Ты зашел внутрь ко мне? Не-не-не-не, у них бы крышу занять, было бы вообще классно. Да, и удержать. Ага. Блять, ну они ее контролят, тоже уже стоят сами. Я внутри у них. То ли я стволом цепляюсь, то ли чем. Да, походу я стволом цепляюсь. За лестницу. Я поднялся. А, у них вообще внутри лестница стоит. Они изнутри залазят на крышу. Давай заходи, заходи. Вон у них, видишь, лестница, вот. А, я думаю, как он скинул меня. Понятно, что он отсюда контролит. Подарок им небольшой туда. Оп, нам прилетело. Блять! Откуда? Откуда она прилетела? Как это новый карт? Угу. Не видел такую пока что еще. Ты ё-моё. А чё ты с пулемётом? Спецназ. Кстати, графон, да, тут уже что-то приятный, да, смотри, на этой карте. Там уже хороший такой. Офигеть, он просто поднялся и две головы дал. Как эти люди так делают? Ох, сейчас через стену убил, типа. Через деревянную. Нет, заспаунился за спиной. У тебя ли у меня? Ну или ты? У меня. А я тоже спиной заспаунился. Не все вам кайфовать. Пошли нахрен. Вот он, пятак только впереди, и все. Не столько одну часть прочекаешь, вперед проходишь, а уже спина заспавнились, идут убивают. Вот это тот спавн за спиной, это, конечно, вообще шикарно. Вот о чем я и говорю. Откуда вы там взялись у меня в спине? О, повернулся спину чистить, в другой спине появились люди. Бот Альфред. Бот Альфред сейчас мне тоже хедшот вышел, просто повесил. Да.
Блять, свой. Блять, вот там армия заспавнилась. Фу, тут у меня спас. А, и сразу заспавнился еще один. Слева, слева, вид. Убрал, еще. Убрал, помогай. ХПшки, один ХП просто осталось. Давай, иди, я просто за тобой пойду. Вот, бегу впереди. За беттером там. Еще справа один. Не один. И четверо, и пятеро. Блять, они там еще и в доме на втором сидят. Ноги устают, конечно, вообще капец. Все, сел в кресло, вообще просто как будто бы целый день. Тоже маленько подостал, нет, ты сейчас стреляюсь. А Elite Dangerous, она же тоже коопная? Или соло? Да. Она вообще мультиплеерная, по сути. Там то же открытый там мир. Еще и стреляешь с другими челиками, да? Бегаешь, да. Ёб твою мать, оторвал ручку от эмки. Как ее обратно прицепить? Ага, все. Там, да, там другие челики. Ну, боты, кроме всего этого, конечно. Чтобы мир как бы не был пустым. Все-таки там же целая галактика, блин. Там можно настраивать, типа, чтобы... Ну, там, кстати, два дня назад вышло дополнение Одиссея. Там дохерища всего нового должны были добавить. Там именно выходить с корабля, вот это все функции. Ёпта, почему я на вражеском спавне-то? Но она тоже полугриндилка, да, получается? Тоже ресурсы добываешь, летаешь. Ну, если ты хочешь торговать, то да. Можешь за головами охотиться, за типами летать. Бля. Кстати, тоже как вариант поиграть. И причем в нее можно сидя устроиться и сидеть летать. Там в колде опять бахнули, кстати. Да, я видел у Река там название. И ППШ.
Так а что они им бафнули скорость пули снайперкам? АДС, по-моему, некоторым. АДС я особо не смотрел, потому что мне как-то не актуально это. Ну что-то он прям в восторге был. От чего именно? От бафа от этого. Взял такой выстрел на длину на карте Инферно. В левой руке обрез двух стволков, в другой руке обрез. И стоит такой чисто в разные стороны, короче, такой пафосный, такой держит длину. Я такой подхожу, такой киваю головой ему. Типа, молодец, правильно, он такой же ко мне головой кивает. Вышел, у меня сел. Теперь за самый серьезный от пулемета не бегает, блять. Они кайф получают не от игры, а от количества.
общем, неважно, как его добывать. Блядь, второе место занял. Да почему? Мы же одинаково убили.